Все мы любим Майнкрафт, но далеко не все знают, какой огромный путь он прошел. 11 лет назад появилась первая версия игры, и мы отправимся в прошлое, чтобы узнать, как это было. Но каждую минуту версия Майнкрафта будет меняться, и мы увидим всю эволюцию этой игры. Фух, а вот и я! И мы снова с вами телепортировались на 10 лет назад в прошлое. В версию Майнкрафта 1.1. Но на самом деле она вышла где-то 8 лет назад, ну неважно. Внимание, сейчас у вас будет шок! Вы хотите посмотреть на самую классную алмазную кирку в вашей жизни? Смотрите. Вот она. Да, это кирка, которая сломается ровно через один удар. И знаете, я так подумал, это ведь самая старая алмазная кирка в Майнкрафте, которая была сделана еще на бета-версиях. Еще в те далекие времена, когда трава была зеленее. Поэтому я не могу ее просто так сломать. Она должна покоиться с миром. Я должен ей сделать гроб. Табличку. Нужно ее похоронить. Похороню ее на заднем дворе. Там, где ее никто не заметит. Алмазная... Твою мать, что по-русски нельзя что ли писать? Алмазная кирка. Алмазная кирка. Ну вот, собственно, мы ее и похоронили. Я тут немножечко за серию увлекся и сделал следующие штуки. Во-первых, теперь все сундучки и наши печки будут стоять в этом месте в нашей пещере. Если кто не знал, мы живем в пещере, как пещерные люди, и такие типа ходим тут. Хей, ау! Внимательные подписчики помнят, что здесь у меня стояла самая старая кровать в Майнкрафте, которую я сделал еще в далеких бета-версиях Майнкрафта, которые вышли 10 лет назад. Кроватку я перенес на второй этаж. Да, у меня появился второй этаж. Он у меня находится прямо здесь. Здесь у меня стоит моя кроватка. Я сделал еще такие вот украшения. Ну, я у мамы дизайнер, если что. А тут у нас даже есть балкончик, на который мы можем выйти и посмотреть на наших свинок. Кстати говоря, свинок я тоже размножил. Сейчас вам покажу. Свежий воздух старого Майнкрафта. А еще тут какая-то непонятная хрень с дверьми. Вот что это такое? Я нажимаю на эту. Закройся, тварь. А еще я, кажется, умираю с голоду. Помогите, кто-нибудь есть в этой пещере, накормите меня. В этой версии Майнкрафта 1.1 единственная еда, которую можно выращивать, это пшеница. Потому что морковка и картошка и все прочее появится только в версии 1.4. А до этой версии мне еще как до Китая, и поэтому мне приходится только жрать все время хлеб. Единственная наша возможность выжить, это убивать каких-то животных. Ну, их размножать и выращивать и так далее. Но знаете, что нужно, чтобы размножить свинюшек, коровок или, допустим, даже куриц? Для того, чтобы их размножить, нужна пшеница! А пшеницу я использую, чтобы есть самому! Короче, полный пипец, я умираю с голоду, помогите, помогите! Честно говоря, я хотел в этой серии пойти в ад и найти адскую крепость, но я понятия не имею, как мне это сделать без еды. Поэтому прямо сейчас я складываю все самые ненужные предметы из своего инвентаря в сундук и иду убивать животных. Что мне еще остается делать? Все, больше нечего. Моих свинюшек трогать не буду, потому что они еще растут. Растите, мои сладенькие. Не, ну нахрен, а скорее умру, чем найду кого-то. Крипер, иди сюда, будем есть крипера. Вы когда-нибудь пробовали сушеного крипера? Вот мы попробуем с вами, потому что у меня больше нет вариантов. Опа, я вижу свинку, я вижу эндермена. Так, зомби, иди в жопу, гнилую плоть, я жрать, извините, конечно, не буду. Иди сюда, падла, давай, давай, подойди, подойди быстро, да. Гад, еще крипер пришел. Давай, эндермен, я убиваю самого старого эндермена в Майнкрафте. Господи, ты что, телепортируешься, ты как дебил? Капец, он часто телепортируется, что с тобой происходит, ты придурок, да умри. Блин, мне кажется, зря я на него напал. Я сейчас просто умру, у меня еще и крипер нападает. Что за жесть происходит, я не понимаю, сейчас эндермен тебя как-то по-другому ведут. Вы видите это? Мы... Охренеть, я даже эндерперла не выпала. Извини, пожалуйста, я вообще вегетарианец в жизни, но я умру просто, понимаешь, я умру, поэтому извини. Опа, скелет. Скелет это тоже очень хорошо, потому что с помощью костной муки я смогу вырастить себе... Ой, 2 хп, 2... Крипер! Крипер, нет! Привет, овечка, овечка, с овечки ничего не падает, поэтому с овечку мы убивать не будем, с овечки еще не падает баранина, она будет падать еще очень не скоро. Господи, какой-то тут крипер-апокалипсис, ладно, я пошел к себе домой. Вот они, мои сладенькие, мои вещички. Я, кажется, понял, как мы будем с вами восстанавливать голод. Я буду просто умирать. Это лучшая идея, которая могла прийти мне в голову. Нет, началось. Так, их
что? Где это я появился? Версия Майнкрафта 1.2.1. Офигеть! Слушайте, по-моему, в этой версии добавились джунгли. Я в этой версии Майнкрафта уже играл в Майнкрафт, как, собственно, и в предыдущей. Но знаете, что самое главное? Именно с этой версии Майнкрафта, ну или с 1.2.5, я не помню точно с какой, начал играть в Майнкрафт мой лучший друг Игорь. И это его любимая версия в Майнкрафте. Я не знаю, чем она ему так понравилась, но... надеюсь, она и правда крутая. Так, ладно, давайте-ка поспим, потому что... Так, Походу, когда Майнкрафт обновлялся, он становился только хуже. Что с твоими дверьми? Ладно, хорошо, я просто сплю, я ложусь спать. У нас вырос тростник, а это значит, что я прямо сейчас смогу сделать книжные полки и зачаровать свою броню. Правда, у меня всего лишь 4-й уровень. Ладно, поступим по-другому. Я прямо сейчас зачарую свою броню, а потом поставлю книжные полки. А броню зачарую на 1-й уровень. Протекшн 1. Это защита 1. Хорошо. Хотя бы какие-то зачарования у нас уже есть, и поэтому я думаю, что я теперь буду защищенным. Вы, наверное, уже помните из предыдущих серий, что в этой версии Майнкрафта не нужна кожа для того, чтобы сделать книжки. Поэтому мы просто вот так вот выкладываем наши вот эти вот штучки, и все, и получаем книжки. Ну, а я тем временем уже почти готов идти... Так, подождите-ка, не понял, а что поменялось? Версия Майнкрафта 1.2.2, то есть мы были на 1.2.1, а стали на 1.2.2. Я понятия не имею, что в этой версии изменилось, но, наверное, что-то изменилось. Хочу отметить, что трава теперь стала выглядеть сглаженнее. Если кто помнит, с предыдущей серии у нас вот было четкое разделение. Здесь светлая трава, а... Не понял. Почему у меня после дома растет джунглевское дерево? А здесь у меня джунглевская листва. Какого хрена? У меня что, в доме теперь джунгли? Почему у меня возле дома джунглевское дерево? Не, я, конечно, все понимаю, да? Там, ну, мы перешли на новую версию Майнкрафта, но почему в моем доме джунгли? Какая-то супер странная фигня происходит. Ну ладно, зато у нас теперь есть росток джунглевского дерева. Я, наверное, его сохраню и буду на него иногда смотреть. Смотрите, мне реально листва какая-то стала джунглевская. Сейчас будет очень сложно и страшно. Мы с вами в прошлый раз были в аду еще на бета-версиях Майнкрафта. И я не знаю, что там поменялось, но там по-любому что-то поменялось. Я забыл взять с собой кирку. Возвращаюсь. Так, ну вот теперь я точно готов. Телепортируюсь в ад! Ну, здравствуй, ад. Как же, что же с тобой произошло? Ну что, газ, иди сюда. Минус газ. Смотрите, просто с одного выстрела. С него еще порох падает, нормально. Короче, нам сейчас нужно найти крепость. Но перед тем, как мы будем искать крепость, я заскриню наши координаты. Честно говоря, я даже не знаю, в этой версии Майнкрафта была крепость. Но по идее она должна быть. Ты глупый или что-то? На тебе. Получи, понял. Ачивку, правда, я не получил, потому что это старая версия Майнкрафта. Но хоть что-то. Я там точно видел песок душ. Давайте попробуем до туда достроить. Господи, мне так страшно строиться над лавой. А вот я и на месте. Я нашел песок душ. До этого в Майнкрафте я его не видел, потому что его попросту не было. Давайте немножечко песка душ соберем. Я не знаю, для чего он мне может пригодиться. Наверное, для фермы адского нароста. Но адский нарост-то я еще не нашел. Поэтому хрен на самом деле знает. Ну ладно, давайте будем двигаться дальше. Буду просто двигаться по прямой. Возможно, я что-нибудь найду. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Охренеть просто. Вы просто посмотрите, что я вижу перед собой. О, я вижу Гаста, вот это я точно вижу. А еще у меня меняется версия Майнкрафта. Так, и на какой же я версии Майнкрафта сейчас? 1.2.3. Так, понятно, я думаю, что здесь опять же ничего не изменилось. Но, о, нет, что-то изменилось. Смотрите, что-то странное в аду произошло. Прямо сейчас я выдвигаюсь к этой крепости. Но есть небольшая проблема. Там где-то летают Гасты. Я боюсь, что меня скинут нахрен. Господи, почему здесь так много Гастов? Как с ними справляться-то вообще? Что за перестрелка, ёпара сете? Блин, мне так страшно в Майнкрафте очень давно не было. Это просто пипец. Я реально просто на грани смерти постоянно. А еще у меня кирка почти сломалась. Мама мия, я еще совсем забыл про ифритов. А это же еще гораздо страшнее, чем гасты. Потому что ифриты-то еще и поджигают. Желательно бы, конечно, еще пару ифритовых палочек тоже скоммунизить. Потому что они нам потребуются для того, чтобы убить дракона. Я уже, в принципе, вижу ифритов. Они какие-то тупенькие.
пауки, они на меня даже не нападают. Кажется, я вижу даже спавнер ифритов. Ифриты по мне уже стреляют. Ой, это мне, ой, как мне не нравится. Ой, как мне не нравится, что сейчас происходит. Так, одна ифритовая палочка есть. Я вижу еще ифрита. На, получи, гад. Блин, главное сейчас не пальнуть по этому. Главное сейчас не пальнуть по зомбаку. Блин, совсем забыл, что так можно было делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо, мы убили еще одного ифрита. Я вижу магма-куба, давайте кокнем магма-куба. Сдохните, сдохните, дебилы. Я вижу адский нарост, я вижу адский нарост. Все, я собираю адский нарост, отлично. Адский нарост у меня уже есть, это просто великолепно. Так, давайте мы небольшую комнатку с ифритами организуем. Охренеть, тут ифритов заспавнилось. Просто жопа. Два. Две ифритовые палочки. Вижу еще много ифритов. На, получи. Получи, говнюк. Ой, как больно. Ой, как больно. На, пальнул. Главное сейчас не поджечься. Поджегся. Вот я дурак. Еще один ифрит. На, получи. Давай, лови, фашист, гранату. Так, все, нужно собрать весь опыт и посмотреть, нет ли здесь... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На. Так, все. Три палочки, ребята, три палочки у нас уже есть. А это значит, что у нас есть уже шесть огненного порошка. Ай, подожгли, попали, ай. Так, лишь где же мы с вами очутились? Версия Майнкрафта 1.2.4, как непредсказуемо. Так, короче, нам нужно сваливать домой. Я помню координаты дома. Господи, как же я далеко убежал. Сейчас самое важное, это просто не торопясь, аккуратненько спуститься, говорю. Так, все, аккуратно. Пробегаем. Ну в жопу этих ифритов, ну в жопу. И я сюда больше не вернусь. Не, на самом деле я сюда должен буду вернуться в любом случае. Но это будет не скоро. Это будет точно не сейчас, потому что сейчас я нифига не готов к битве. Я сделаю зелье огнестойкости. Я сделаю побольше стрел, и я вернусь сюда. И я наваляю этим придуркам. Ну все, адский турборежим включается. Фу, господи, я добежал живым. Я просто в шоке. Если честно, я даже не думал, что я реально выживу. Я думал, что я сдохну на полпути, но у меня получилось. Это просто невероятно. Это самое эпичное приключение, которое у меня когда-либо было вообще в Майнкрафте. Три ифритовые палочки. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу сделать самую старую алхимическую стойку в Майнкрафте. Отрастник вырос нормально. Мне все-таки интересно, доживет ли мой дом до версии 1.16? Вы прикиньте, как это будет круто. Это будет карта в Майнкрафте, которая пережила все. Пережила альфу, пережила бету, пережила все релизы, все версии Майнкрафта. И это будет реально очень круто, если она доживет до самых новых версий. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Первая алхимическая стойка готова. И я думаю, что я ее поставлю где-нибудь вот здесь. Шикарно, по-моему. И я даже могу сделать какое-нибудь первое зелье, потому что я сделал стекло за кадром, и я могу сделать себе сейчас пузырьки. Никакого огненного порошка для этого не нужно, поэтому мы просто добавляем адскую бородавку и подбираем наши бутыльки. Фух, зелье делается. Пошло дело! Где это я очутился? Версия Майнкрафта 1.2.5. Господи, это не менее легендарная версия, потому что именно с этой версии начал играть мой друг Игорь. И это реально очень круто. Версия, многие считают ее самой стабильной версией в Майнкрафте до сих пор. Кина у меня до сих пор нету, но мы медленно, но верно движемся к самой последней версии Майнкрафта 1.16. Ребята, ставьте обязательно лайки, как только наберется много лайков, выйдет новая серия этого незабываемого приключения, потому что это действительно моя, наверное, любимая рубрика за последнее время. Она такая прикольная. Если вам действительно понравится эта рубрика, я не буду ее вообще никогда заканчивать. Вот мы доползем до самой последней версии, и там и останемся выживать, потому что черт возьми, это шикарно. Наше зелье уже приготовилось, давайте к нему добавим еще сгусток магмы и получится зелье огнестойкости, но оно уже получится в следующей серии. С вами был Жека, пока!